в общем, они встречались, Мехмат одержал победу, с чем поздравляем представителей механико-математического факультета. Но сейчас команда... Второй тайм, главное в первом не напускать ерунды какой-нибудь, чтобы не пришлось потом выслушивать почешиху друг от друга и шашкой на я, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке. Воу, ну вот, собственно, и сравняли счет. Игорь Балюкин, как заправский, нападает. Потребуются точно замены Мехмату в скором времени, потому что если темп... Ну вот, Михаил Калмыков трех соперников накрутил, передачу на дальний фланг на Игоря Балюкина, он исполнил. Футбол. Сейчас в атаке Игорь Балюкин, прострел на Григория Криняка, и это гол, 2-1, впереди Red Wings. И позволяет рассчитывать на самые высокие результаты. Вот сейчас Денис Хайбуль, матовский состав у Red Wings. Гриша Криняк у нас сел на замену, и все шесть игроков Мехмата теперь на поле. И, собственно, тренерская замена, наверное, сразу. Криняк прошел почти все поле, отдавал в центр, но там был первый на подборе игрок в белой футболке, а вот сейчас немножко спижонил в один гол. Совершенно спокойно отреагировал на это коллектив с механико-математического факультета. И отыграл три мяча, вот уже четвертый взлетает в ворота Юрия Панова. 4-1, в 2, в 1 уже Григорий остался в своей половине. Мяч в ногах у Михаила Калмыкова, передача на Игоря Балюкина, и он попадает в этой стадии. Ну, то есть, условно, на данный момент как-то происходит, а пока я заговорился, Игорь Балюкин в очередной раз нашел, отдохнет Red Wings, и только спустя неделю уже на 1/4 финала будет ждать соперника, опять же, не измешали. Но тут уже Дим Алексеев тоже на позиции защитника хорошо страхует передачку, не дает ей куда-то пройти дальше. Лазов Линксу нужно прям вот максимально все делать кропотливо, надежно. Вот как сейчас Дмитрий Грумов, здорово на Дениса Хайбулина, и это гол, капитанский гол Дениса Хайбулина. Передача от Дмитрия Горбунова. Наблюдать. Ну а Химфак получил хороший экспириенс в этом матче. Михаил Калмыков 1-1, Юрий Панов. Последний угловой, подсказывает судья, остается совсем... Немного времени, последние секунды буквально идут у нас. И вместо в дивизионе 2А. И вот, собственно,